Всем привет! Приветствую всех рукодельниц на своем канале. Перед нами очередной шедевр от Светланы Потаповой. Это кукла Тильда, а именно кукла-банщица. Такая кукла может украсить интерьер ванной или бани. Давайте приглядимся. Перед нами очень интересный персонаж. Она вышла из ванны. У нее такая интересная пижамка. И под цвет пижамки вот такая корзина, наполненная ватными палочками. И на ней такой интересный махровый халатик, украшенный кружевом. И вот эти ленточки очень подходят под тон вот этих розочек, которыми украшены вот эти тапочки на ножках. И интересная прическа тоже украшена розами. Вообще весь образ куклы собран в пастельных тонах. Такую куклу можно подвесить в углу ванной комнаты. Этот чудесный ангел никого не оставит равнодушным. Давайте приглядимся, какое интересное у нее лицо. Вот такой забавный носик, глазки, точки и интересный румянец. А какая забавная прическа, посмотрите. Она только что вышла из ванны. А еще здесь на спине такие крылышки, потому что это у нас банный ангел. Посмотрите, как удачно подобрана вот эта пуговица с бабочкой. Кукла Тильда подходит и для игры, и для украшения интерьера. Присутствие такой куклы придает неповторимое очарование, делает комнату уютной и дарит воспоминания о детстве. А сейчас мы с вами прощаемся. Скажем большое спасибо Светлане Потаповой за то, что она сделала такой интересный персонаж. И нас благодарю за просмотры. Кому понравилась кукла Тильда, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь и пока-пока!